Hi, my name is Жанна. Today I'm reading Ленский's first aria from Евгений Онегин by Чайковский. First I will read slowly, then quickly. If you're ready, let's begin. Я люблю вас. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтанье, одно привычное желанье, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знав. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ах, я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаньях, ты одно мое желание. Ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души согретой девственным любви огнем. Я люблю тебя, я люблю тебя, люблю тебя. Let's now read it quickly. Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знав, я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ах, я люблю тебя. Я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто, ни охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселье шум не отрезвят души, согретой девственным любви огнем. Я люблю тебя, я люблю тебя, люблю тебя. That's it. If you have any questions, or you want me to read an aria or a classical Russian song, please leave a comment and I will do that for you. If you like this video, please ring the bell and subscribe to my channel. Thanks for watching and bye bye.